Началось все с того, что у моего мужа умер сослуживец Николай Петрович. Весь коллектив принимал участие в организации похорон. Муж мой поехал заказывать гроб покойному. Когда приехал, то обнаружил, что потерял где-то лист бумаги с меркой покойного. Тогда он сказал: «А вы снимите мерку с меня, мы с покойным одного роста». А ему ответили: «Так нельзя, сам можешь в ящик сыграть». Но муж только рукой махнул: «Да ладно, я в это не верю». Ну, его обмерили и сделали по нему гроб. Во время похорон у мужа случился сердечный приступ. В первую же ночь в больнице ему приснился сон, будто пришел к нему покойный и говорит: «Ты не так замерил мой гроб, мне тесно в нем лежать, поэтому я его тебе уступаю». А на 41-й день после смерти Николая Петровича у мужа снова случился инфаркт. Лежа в больнице, он опять увидел сон. Сидит покойный Николай Петрович в подсобке и курит. А муж заходит туда и говорит: «Ты что, снова на работу пришел?» А на это умерший ответил: «Нет, я за тобой, собирайся». А через месяц после этого третий инфаркт унес жизнь моего мужа. Дорогие подписчики и гости, огромное вам спасибо за ваш просмотр этого видео до конца. А также сейчас у вас на экране появятся две кнопки. Нажав на левую, вы сможете посмотреть рекомендуемый для вас жуткий рассказ. А нажав на правую, вы увидите мой предыдущий аудиорассказ. Приятного вам просмотра и до встречи в следующем выпуске.